Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Продолжение рубрики «Ответы на вопросы подписчиков». Очередной интересный вопрос от подписчика канала. Виктор Ашанин. Алексей, добрый день. Подскажите, как избавиться от бликов панели на Hyundai Getz? Очень неприятно, когда в солнечную погоду панель отражается в лобовом окне, ну, в лобовом стекле, так понимаю. Чем можно заматовать панель? Друзья мои, да, вся проблема в том, что многие используют силиконовые аэрозоли, которые я крайне не рекомендую использовать. Такая гадость. Она мне настолько не нравится. Мне не нравится, как они собирают пыль. Мне не нравится, как она блестит, торпеда, после этого. И все это, конечно же, я это не применяю. Принципиально не применяю. И вот по этой причине получается так, что когда многие кто-то себе применяет, потом получает эффект бликов. Бликов на лобовом стекле. Некоторые не замечают, а некоторые очень сильно замечают. Конечно же, это еще очень сильно зависит от самого наклона лобового стекла, то есть от автомобиля, от марки автомобиля. Здесь много нюансов. Но если вы с таким столкнулись, и вам необходимо удалить вот этот блестящий слой силикона, есть специальные силиконовые смывки, антисиликон. Называют либо антисиликон, либо силиконовая смывка. Покупаете эту смывку силиконовую. Я специально показывал, как я ее часто использую там, для других целей, но тем не менее это очень нужная вещь. И протираете ветошью, смоченной именно силиконовой смывкой, вашу торпеду до матового состояния. Друзья мои, а после этого потом просто больше никогда не используйте эти силиконы. Используйте, если вам нравится просто вот матовый цвет вашей торпеды, то просто вот я использую ферри, обыкновенный ферри с водой. Протираю идеально матовая поверхность, именно натуральный цвет, натуральный блеск, именно не яркий вот этот блеск, а именно натуральный. И идеально смотрится, вообще шикарно. Мне очень нравится это, и я стараюсь вообще не использовать никакие силиконы. Силиконы – это для меня вред. Я считаю, что это большой вред, именно вот из-за вот этих вот нюансов. И пылесбольник, и брикование. Ну и многие, когда распыляют его, дышат им. А вы представляете, какая это гадость при вдыхании. Поэтому вот такие вот дела. Я не использую их принципиально. Но если вы любите, чтобы ваша торпеда блестела, но без силиконов, я использую вот такую штуку для таких вещей. Это вот для микроавтобуса использую. Она уже, конечно, старенькая, уже, видите, затертая. Но вот, чтобы вы могли ее себе вот считать и в поиске забить. Я вам скажу, так вот очень интересная штука. Она действительно дает такой натуральный как бы блеск. Немножко освежает, чуть-чуть больше блеск, чем натуральный. Но она не собирает пыль, растирается, и никаких запахов, ничего такого неприятного от него нет. Очень хорошая штука. Но это не силикон. Это не силикон. Это только я в автобусе использую. В 200-ке у меня строго только ферри, смоченная, ну, то есть вода с ферри, растворчик, смоченная ветошь, я протер и все. И потом микрофиброй периодически протираю до своего состояния такое, чтобы пыли не было, и все, класс. Надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх и подписываемся на канал. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях и обязательно не забывайте подписываться на мой канал в Дзене. Вот QR-код. Направляйте камеру мобильного телефона прямо на этот QR-код. Он вас приведет по ссылочке на мой канал. Подпишитесь на него на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы мы не потерялись. Будьте здоровы. Всем пока.